Внимание на старт, участники третьей скачки в боксах и готовы к старту. И поехали! Со старта вперед выходит Гапира. Скачку повела Гапира, на втором месте Шахрун. Далее на третье место выходит Адиль. Замыкает скачку седьмой номер Мармелад Люкс. В левом повороте Гапира впереди. На втором месте Шахрун, тут же Карашах. Подтягивается Мармелад Люкс с последнего места. За ней Адиль, замыкает скачку Барий. В левом повороте четыре лошади ведут борьбу за первое место. Это Гапира, Шахрун, Карашах, Мармелад Люкс. Далее пятый Адили замыкает скачку Барий. Выход на финишную прямую. По бровке компанию выводит Гапира. 500 метров пройдено за 37,2 секунды. С пятого места бросок делает Адиль. Адиль выходит на второе место. Гапира, Адиль. Далее Шахрум, Карашах. С последнего места Барий делает попытку. Выходит на пятое место. Тем временем Гапира возглавляет скачку. И уже, похоже, ее не догнать. Гапира впереди, на втором месте Адиль. Приз в честь жемчуга выигрывает Гапира. Адиль на втором месте. На третьем месте финиширует Карашах. В борьбе за четвертое Барий и Шахрум. И замыкает скачку Мармелад Люкс.